Ребят, всем привет! Это выставка ретро-вагонов на станции Партизанская Московского метрополитена. Первый вагон немножко на Синергию похож. Следующий вагон. Следующий это у нас Ешка. Такая вот Ешка. Вот такая Ешка красивая. Это как Ёж-3 немножко. Да, это Д. И вот Гэшка. Вот такая вот Дэшка. Сейчас еще и с обратной стороны сниму. Сейчас. Такая вот Дэшка, сейчас еще. Так. Пошли наверх, сейчас еще с обратной стороны сниму. Станция Партизанская, Арбатско-Покровская линии. Кремль Бузмаилова. Смотрите, вот еще я сейчас с этой стороны сниму, и, пожалуй, достаточно. Так, мама, хочу сейчас с этой стороны снять. Так, тут Русич. Обычно. Так, все, сейчас еще с этой стороны сниму. И все. От этого до желтого с красным. Так, Гэшка. Там следующая Дэшка. Так, вот Дэшка. Следующая у нас Ешка. Вот Дэшка. Потом Ешка. Еще красный путеизмеритель D86. Такой вот красавец. Ну и закончим с вот этого желтого с красным. Так. И вот, как там, ВК-001. Это ВК-шка. Какой это красавец. Ну, ладно, ребят.
ребята, кому понравилось видео, так, сейчас. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.